Дорогие друзья, спасибо всем огромное за то, что вы поддержали наш замечательный проект, посвященный столетию замечательного солнечного композитора Аркадича Островского. Я хочу предоставить слово, прежде всего, с огромной благодарностью за ту помощь, которую оказал нам председатель нашего юбилейного комитета Иосиф Давыдович Кобзон, сопредседатель юбилейного оргкомитета Оксана Николаевна Пахмутова, к сожалению, она сегодня не смогла быть, и, к сожалению, сегодня уже с нами не будет. Еще один сопредседатель юбилейного оргкомитета — это Владислав Ильич Казинин, наш председатель Союза композиторов России. А вручить мы сегодня вам хотим юбилейные дипломы, которые учредил юбилейный оргкомитет, вручить сборник избранных песен, написанных Аркадичем Островским. Кстати, здесь с предисловием: еще он был жив-здоров, Владислав Ильич Казинин, наш председатель Союза композиторов. Вручить этот буклет сегодняшнего концерта, где указаны все, где все приветствия опубликованы, указаны дипломанты и лауреаты всероссийского конкурса, который проводился у нас всероссийский вместе с нашими друзьями из Сызрани. Вот. И здесь программа концерта с участием вот этих замечательных, прекрасных артистов, коллективов, которые здесь у нас сегодня. Спасибо. Я с удовольствием эти слова произношу, потому что они приятны. Диплом первой степени лауреата Всероссийского открытого конкурса фестиваля «Солнечный круг» награждается Большой детский хор имени Попова Российской государственной радиовещательной компании. Анатолий Кисляков. Получите, Славкин. Вам тоже кое-что. Да, и дайте ему тоже наше все, что положено. Да. Вот. Да. Левиант Марк Григорьевич, который проводил на родине Аркадия Ильича, он председатель Самарской организации композиторской. Марк Григорьевич, спасибо вам большое. Спасибо вам. Нашим членам Самарской организации. Авоську Марк Григорьевич. Обязательно. Давай, иди туда. Да. Давайте распределим. Да. Вы даете мне право, да. А вы даете Авоське. А вы даете Авоське. Да. Награждается почетным дипломом Инга Юмашева, телерадиоведущая, журналист. Константинова Людмила Георгиевна. Душа всех мероприятий. Ансамбль «Солоушки». ЧМШ имени Соловьева Сидорова. Солоушки, да. Это его жена Солоушка. Ну, вам диплом, а жене Солоушка. Вокальный ансамбль «Журавлик». Нет? Это главный хормейстер. Вот это главный наш участник. Жилин Сергей. Браво! Несправедливо.
несправедливость. И оркестр, Сережа. И оркестр, отдельно оркестр. О, это мы обоим отдельно тогда. Спасибо. Спасибо, Сергеевич. Как говорят, будешь резать того барана, не забудь позвать. Ой, там их столько. Заслуженный деятель искусств России Александр Николаевич Филиппов. Главный балетмейстер. Главный балетмейстер. Синенко Владимир Иванович. Синенко Владимир Иванович. Член Союза композиторов. Член Союза композиторов России в Приморском крае собрал 800 участников конкурса Соловьева Островского. Спасибо. Молодец. Михаил Исакович Слав. Авоську. Главный комбинатор. Авоську. Это душа нашего фестиваля тоже и нашего концерта. Директор оркестра, фонограф «Симфоджаз» Екатерина Еремеева. Она работает. Да, хорошо. А меня отпустил. Не забудьте работать, когда я имею. Ага. Вы все очень. Со-со! Павлиашвили! Тоже я могу передать уже. А Боська тоже дается? Сергей Волчков. Тоже я передам, пожалуйста. Екатерина Гусева, заслуженная. Даже никто не хочет передать. Екатерина Гусева. Давайте. Вера Беранцы. Вера Беранцы. Замечательный педагог, который приготовила этот блистательно исполненный номер. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. И вам, и Вете. Спасибо. Андрей Цветков. Андрюша есть? Голос. Спасибо большое. Тяни на следующий голос на победителя. Михаил Алексеевич Чуев. Детский хор «Преображение». Михаил Славкин. Можно без обоих. Голос России убежал. Да, я думаю, что Йосиф Давыдович справится. Да. Да, хор «Веселые голоса». Так, Юдакин здесь. Хор «Веселые голоса». Демисольки. Есть Демисольки. Вокальный ансамбль «Родничок». «Родничок». Тоже нет. Хор «Озарение». Профессор Елена Кевна Бакланова. Из Сызрани хор «Ровесники». Профессор, наша легендарная родина Островского. Детская оперная студия музыкального театра имени Натальи Сац.
Это у нас главное подставное лицо за все хоры Москвы и Московской области. Детский хор «Радуга». Хор «Радуга». Радуга. Детский хор. Нет. Да, есть? Нет. Детская школа искусства имени Майкопара. ДМШ имени Майкопара. Камерный хор ГПИ Ипполитова Иванова. Есть. И академический хор тоже ГПИ имени Ипполитова Иванова тоже, да? Конечно. Спасибо. Ансамбль танца «Калинка». Блистательный наш Филиппов. Молодцы. Барбершоп-квартет. Вы спел песни из вашего репертуара. Друзья, Юлия Началова, Юлия Михальчик, Александр Буйнов, Дмитрий Маликов, все получат наши дипломы и награды на рабочем месте. Так, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки, генеральный директор заслуженного отечественного искусства. Михаил Аркадьевич Прыскалов. А, Михаил. Делали прекрасную выставку в музее. И делали прекрасную выставку в фойе. Спасибо. Михаил Аркадьевич, спасибо вам большое. Светлана Артемьева, очень хорошая солистка. Фонограф симфонджаз. Браво ей. Гениально спела старого. Рингер Игорь Моисеевич, заместитель председателя Советского комитета. Вот он, браво! Пакет, Игорь Моисеевич. А то обидится. Так, Островский Михаил Аркадьевич, член юбилейного оргкомитета. Михаил Аркадьевич. Я здесь. Уважаемые дамы и господа, мы хотим вручить от вас всех этот солнечный, специально, да, заготовленный, Михаилу Аркадьевичу, под ваши бурные аплодисменты. Ну и теперь тот дом родной, где мы проводим все юбилеи, Сергей, с вашим участием. Михаил Аркадьевич. А вот здесь как раз Евгений Анатольевич. А, можно вас попросить? Да? Глазов Евгений, это главный режиссер Кремлевского дворца. Спасибо. 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 Сергей Иванович Кулибаба, директор нашего концерта. Вместе с Катей Еремеевой. Браво. Браво.